Мировой рынок с экологами пытается уйти от натуральных материалов путем перехода на синтетические и искусственные. Как ваше мнение, есть ли перспектива, как в республике, в дальнейшем натуральных именно, да, не только кожи, но и меха, как внутри Беларуси, так и за ее пределами? Вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную, так грубо говоря? Я не готов. Вот у меня ботинки марка. Я только их ношу обувь. Ткань комвольная. Пальто шили здесь. Белорусское. Слушайте, отличное качество. И натуральную обувь мы будем производить. Ну, скажите, мы можем отказаться от говядины? Нет. Мы будем ее употреблять. Мы из этой кожи, поскольку говядину едим, будем шить обувь. Никто не откажется от натуральной кожи.